1 августа в России начинаются ипотечные каникулы. Соответствующий законопроект был принят Госдумой и подписан президентом. Паузу в выплате ипотечного долга теперь может взять любой заемщик в любом банке, если подтвердит свое сложное материальное положение документально. Причиной для предоставления каникул может стать увольнение, получение инвалидности и даже рождение ребенка. Взять отсрочку можно только один раз на один договор ипотеки. Максимальный срок – 6 месяцев. Максимальная сумма – 15 миллионов. Заемщик сам выбирает два варианта каникул – не платить по кредиту совсем или указать ту сумму, которую в состоянии вносить ежемесячно. Можно в любое время прекратить каникулы досрочно. Однако необходимо помнить, что это не панацея. Долг каникулы не отменяют, а лишь помогают в трудный период. Из минусов, к примеру, увеличение общего срока ипотеки.